запеченный целый. Рыба, борщ, блины и вареники. В сочельник стол должен быть богатым, но постным. Сегодня Галина Белявская весь день хлопочет на кухне. В канун Рождества в доме собирается большая семья, 11 человек. Мы никогда не готовили то, что даже с майонезом вот было что-то там. Майонез, сыр, вот именно такое. Все на постном масле, там надо так. А уже на завтра, да, уже на завтра у нас будет все, как говорится, и колбаски, и мясо, и там дальше все, что придумаем. Перед тем, как сесть за стол, обязательная молитва, а затем каждый делится хлебом, желая друг другу счастья, здоровья и исполнения желаний. Вечером накануне Рождества принято вспоминать прошлое с благодарностью. Этот год для семьи особенный, в доме долгожданное пополнение. Не было такого, это первый раз, как я живу, что у нас будет в этом роду сидеть 4 поколения за столом. Не думаю, что это будет продолжаться и не кончится эта традиция. Рождество Христово – один из главных христианских праздников. На протяжении 2000 лет он – воплощение веры и надежды. Именно надежду на спасение человечество обрело с рождением Иисуса Христа. После трапезы вся семья пойдет на вечернюю мессу в костел и уже тогда встретит Рождество вместе с миллионами католиков во всем мире. Мария Тройнич, Игорь Хвиченя, наши новости, Брест.